Я утром встал 5:30, это как раз 1 апреля. Слышу, вроде как собака загалкала. Думаю, на время посмотрел, рано еще. Думаю, какого черта галкаешь? А потом выглянул в окно, услышал, вроде как дверца, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. А то, наверное, там хлопки были, с обреза. Я в окно высмотрел, смотрю, тут 5 машин ФСБ. Тут уже возле меня с автоматом стоит в форме. И там бегают люди. Я оттуда вышел потихонечку. Подошли ко мне, поговорили. Можешь там сходить? Хорошо. Ну все. А свет тут есть? Я все убрал, просто здесь был жесть. У меня есть фотки даже. Вот здесь. Ну вот расскажите, что вы здесь увидели, когда приехали? Приехали, я покажу просто. Я могу показать. Ну просто там... Где мой видео? То есть вы приехали, здесь ничего не опечатано, нет никаких печатей, никаких лент? Ну да, каких печатано? Вот, мой комната, который документ, короче, вот. Ага. Нет, может не фоткать просто, я не хочу, чтобы это было. Ага. Вот, я убрал просто то, что есть. Грязь. Это кухня. Ну, кухню не трогали они. Далее идем. Это комната у нас получается. Ага. Вот крови брат моет. Это убрали. Вот. Вот тот комната детский, который я раньше там спал здесь тоже. Угу. Вот, все убрано. Короче, ну хорошо, что убрали все. Вот. Ну, дальше... Вот так, короче. Ну ясно. А тело где было здесь, да? Вот тело, короче, мы открыли. Вот. Угу. Он лежал, наверное, здесь на видео даже показано, вот он лежит, папа, здесь. Угу. А вот это что такое? Я. В углу. Я вообще не могу понять, откуда это все. Ну то есть этого не было, да? То есть это, видимо. Нет, откуда? Они не знаю, что бросались как-то. Огни. Ага. Вот. А здесь вот детская, да, находится? Вот свет. Нет, тоже дети спали здесь тоже, да. Ага. Брат младший, а сестра, наверное, там спала. Я не знаю, уже у меня 6 месяцев, 7 месяцев даже не было дома.